Всем привет, с вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике мы сегодня будем проходить опять ледокол. Но я это вот все то, что проходим мы там, я все это уберу и оставлю только самое главное. Так что приятного вам просмотра. Но сначала сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Начинаем. То есть сегодня я вам покажу, как я играю с Аугом Хбар 3. Это типа винтовка, из него можно здесь пострелять. И мы сегодня будем играть, как я уже сказал, в ледокол. И мы попытаемся здесь как-то тащить. Что? Я сейчас загружаю игру, и вы увидите только концовку вообще ледокола, если, конечно, мы дойдем до концовки. Но если не дойдем, то все равно вы увидите, как мы проигрываем. Ну что ж, начинаем. Атакуй противника на
Итак, вот я попытался пройти этот ледокол и опять не прошел. Но мы проходили вдвоем, поэтому вообще, по идее, это просто нереально и невозможно, и как это вообще так проходить? Но мы не прошли, и давайте посмотрим, сколько можно вообще починить, вообще всего починить. 1811 долларов, я получил только 351 доллар за, или сколько, ну короче, 300 долларов получил за эту игру, то есть я в минусе, ребят, вообще, я просто проиграл, ребят. То есть, вообще, полный минус. Если бы у меня стоял еще пулемет, это еще дороже бы было. Но, так как я, у меня АУК, 4 дня еще и 20 часов, поэтому как-то вот так вот. Ну что ж, я попытался пройти, ну не получилось, вот так вот. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, ну, поспешите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.